Не очень аккуратно сыгрался, он переценил свои возможности, полез сразу на двух соперников, заковырялся и мяч потерял. И тут же кодровый под гранаты. Опасная ситуация, удар и мяч в сетке. Вот это да, как же сыграл Брейми. Мне показалось, что уже Монтойя его накрыл. И тому не пробить, а он просто наблюдает. Как в свое время была сделана передача, если не ошибаюсь, это Пике из глубины поля. И отлично открывается футболист на высокой скорости, рвется вперед.